Прежде чем начнется романтичный ужин, я хочу зачитать рэп. Ну, это будет рэп-разминка. Итак, начну. У меня снова депрессия, мне нужна ты, Вика. Виктория, как победа, мы с тобой вдвоем будем курить, как премьер-министр. Это было ровно 6 минут назад. Вика, ты мне так нужна, мне без тебя плохо, когда рядом нет тебя. Я возьму тебя за руку и никогда не отпущу, потому что я тебя люблю. А дальше по смыслу. Йоу-йоу, это было ровно 6 минут назад. У меня снова депрессия, ты мне так нужна. Я хочу гулять с тобой до утра. Ты будешь у меня самая счастливая на свете, потому что ты Вика, Виктория, как победа. Ну, в общем, ты мне нужна. Мне без тебя плохо каждый день. Когда я вижу твои счастливые глаза, значит, сегодня будет крупа, круто, пупер. А, дальше все не получается. До этого у меня хорошо получалось. И... Ну, просто я каждый день читаю рэп для Вики, короче. Романтичный ужин со мной начался. Надо зажечь свечи, чтобы придать романтичность этому видео. Вот, свечку. И вторую надо зажечь свечку. А. Давно не зажигал свечи. Вот. Я вот так вот поставлю две свечки. Так вот, свечки, чтобы придать романтичность этому видео. Все-таки конец рабочей недели, все устали от всей напряженности недели. В этом видео, ну под этим видео вы можете написать, что какой-то свой негатив, ну то есть вы устали, да, в общем, все устали. А, о чем я же говорю, вы же нормальные люди, как и я. Живые люди, не роботы. Я вот пока ходил в магазин, делал покупки, мне дали вот две такие вот, в общем, домино. А сзади там вот такой вот старичок, а сзади вот такая вот рыбка, Немо. Вот. Вот. Ну, мне за покупку дали как в подарок. Значит, я думал, это я, ну, типа, там, знаете, стою в очереди, я говорю, я не покупал, а мне продавщица говорит, а это вы, то, что сделали большую покупку. Вот. Я еще купил вот такие вот цветы, ромашки. Я не знаю, они как бы не пахнут, но здесь они как бы не искусственные. Ну, то есть, я считаю, что они не могли быть искусственно выращены. Ну, чтобы для романтичности было, в общем, я сюда их поставлю пока что. Потом надо их будет поливать. Ну, я за ними буду потом ухаживать, в общем. Чтобы, ну, не так было здесь депрессивно находиться, чтобы были какие-то, в общем, цветы. Ну что, начнем наш ужин. В общем, самое основное, это то, что я купил. Покушать ням-ням. И начну я с винограда. С винограда. Вот. Кроме винограда я еще купил тут персик, апельсин, яблоко и банан, в общем, банан. А, еще я купил дыню. Вот. Так, начну я с винограда, да, с винограда начну. Что я ложу туда-сюда обратно. Вот. Ну, сколько я съем винограда, конечно, я весь виноград не буду есть, в общем. Пишите в комментариях, кому нравится красный виноград. Вот. Так, дыню давайте убрать, пока мешает. Сюда положить. Наливать. Я весь виноград не буду есть. Я оставлю на завтра. Но я еще толком еще ничего не ел после работы. Вот.
Мы скоро поем. Вот увидите. Скоро я кое-что такое куплю, что давно не покупал. Я не стал особо бриться к этому видео. Вот. Решил оставить как есть. Вот только пиджак надел. Без галстука. Вот. Вчера у меня была депрессия. После работы пришел. И думал, как мне жить дальше. Но я знал, что я доживу вот до этого момента. Сниму это видео и выложу в YouTube. Про романтичный ужин. Конечно, не каждый себе может позволить себе такой вот романтичный ужин. Ну, то есть, там, у вас есть девушка, и вы не каждый раз можете своей девушке купить там вот какие-то цветы, там свечи, купить и виноград. Ну, то есть это не обязательно делать, то есть не обязательно там кому-то, если приятно делать, то материально. Но праздник все-таки надо для себя делать, но не каждый день, конечно, по своим возможностям. Ну, если вы заслужили это, конечно. Если вы не заслужили, то не делайте. Если вы видите, что человек не заслужил, не делайте. Все-таки осень наступила. Вообще, я хочу про лето еще поговорить немного. Лето в Латвии было не самое лучшее в плане погоды, была ужасная. Как будто лета и не было. Я, короче, за все лето один раз только сходил на озеро. Ну, тут рядом есть озеро, сходил и все. Больше я не купался. Я вообще особо плавать не умею. Но купаться могу еще. Вот. Это еще пару. Виноградин съесть. Вот. Так, еще две. И приступлю, наверное, к банану.
Так, это отложу сюда. Давайте вам покажу все-таки виноград. А теперь присылаю к банану. Вот банан. А я один возьму банан. Оставлю на завтра банан. Банан. Бля, ну, знаете, этот банан не свежий. Еще какой-то зеленый купил. Вот. Я вообще люблю бананы. Но он такой еще зеленый. Но бананы я люблю. Одежда как-то съел 2 килограмма, потом плохо стало. Теперь можно приступить к яблоку. Решил, что пусть будет яблок. Не, знаете, как я сделал? Все-таки вот эту часть обрежу. Я не хочу здесь съесть яблок. Вот. Вот так вот. И вот так вот. Не, оставлю на потом. Знаете, когда хорошо фрукты есть? Утром. Обалденно. Обалденная тема. Ну, как знаете, после там сушняка, когда выпили много пива или там водки, вот там просыпаетесь, фрукты в самое то, вообще тема. Да. Конечно, можно простой воды попить. Но иногда, знаете, хочется чего-нибудь такого свеженького, какого-то там фрукт. Бац. Взял там яблочко, банан. Теперь можно приступить к персику. Персик. Но он такой, не мягкий. Вот так он выглядит. Может, этот замок-то выглядит как персик. Но он не такой мягкий, он такой немножко твердый, поэтому тоже оставлю половинку. Половинку персика. Так, половину персика. Я решил, что вот так вот половинку оставлю. Well,
половинку. Не такой мягкий, еще такой твердый. Персик. Теперь приступлю к этому, к апельсину. И тоже решил, что будет половинка. Половинку съем, а половинку вам. Представьте, что вы ужинаете со мной. Хотя я мог это в самом начале видео сказать, но я не сказал. Ну ладно, кто досюда досмотрел, тот большой молодец. И хочу с вами поделиться вот этой вот половинкой. Вот. Представьте, что как будто я вам сюда положил, вы сюда пришли и начали со мной кушать. Я с вами делюсь. Ну, делюсь такой радостью. Ну ничего такой апельсин. Кушать можно. Теперь хочу приступить к поеданию дыни. Но тоже буду есть половинку. Половинка. Надо разрезать ее пополам. Вот пополам. Вот так вот. Пополам. Вот. Вот. И поэтому одну половинку как бы вам даю покушать. Наложу ее туда. Вот. Может, вторую часть сниму в романтичный ужин, а может, не буду снимать. Ну, посмотрю по настроению. Если у меня не будет депрессии. Вот. Я думаю, у вас не должна быть депрессия после такого видео. Я считаю, это не самое лучшее видео в этом году будет. Да, когда я выложу в YouTube, но считаю, это шикарное видео. Вот такие пиджаки, свечки, цветочек, фрукты, неплохое освещение. Вот. Никакого мата, никакого презерватива. В общем, так это надо почистить туда, лишние семечки. Так, теперь надо по каким-то кусочкам его резать. Ладно, попробуем вот так. Так, резать. Потом вот так. Потом вот так. Вот так. И буду кушать тебя. Вот. Обалденно. Съел следующую дольку. Вкусненько.
Вот я съел, в общем, половинку дыни, и будет что-то еще через несколько секунд. Ладно, окей. Короче, чай с тортиком. Чай я, в общем, сделал уже. Видите, тут лошади. Хотя я животных не очень люблю, но лошадь — это красивое животное. И где же тортик? Вот он. Купил тортика. Вот. Теперь надо это кушать. Ну, не весь тортик, а немного тортика. Все-таки романтичный ужин. Я, знаете, старался выбирать красивый тортик. Не просто торт, там, дорогой или дешевый, а красивый. Ну, я продавщице подхожу и говорю... Ну, не подхожу, она сама ко мне подошла. Я такой долго выбирал. Ну, как долго, просто минуту выбирал. А потом говорю, вот дайте мне этот тортик. Потому что он красивый. Она говорит, все красивые. Ну, как, вы знаете сами. Ну, ладно, не знаете, так не знаете. Но я все-таки выбрал, на мой взгляд, красивый тортик. Ладно, что я тут долго рожу. Надо вырезать вообще надо. Вырежу. Вырезаю. Чай с тортиком все-таки. О, так, это лишнее. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Чай с тортиком. Та-дам. Вот и чай с тортиком. Вот, чай с тортиком. Вот он, смотрите. Красивый уже тортик выбрал. Во. Красивый должен быть чай с тортиком все-таки. Ну что ж, начну резать вот на эту вот тарелочку. Одна из моих любимых тарелочек. Все-таки чай с тортиком. Возьму вот такой вот нож. Вот здесь вырезал. Отлично. И здесь начну резать. И начну вот так вот резать. Вот так вот. Вот так отрезал. И вот так вот. Чай с тортиком. Так. А выглядит он вот так вот изнутри. Вот. Вот так вот. Очень простенько. Ложу я на тарелочку чай с тортиком. Пока тортик отложу сюда, можете еще раз посмотреть. Вот так он выглядит. Как это? Пак-пак-пак-пак. Короче, ладно, ложу сюда и буду кушать чай с тортиком. Ох, чай с тортиком. Ладно, надо приступить. Пробовать, как же тортик. Надо чаю выпить. Торт как торт. Просто то, что верхнее вот желе, оно непривычно, оно такое кисленькое, ну потому что брусника. Но есть можно. Чай с тортиком. Я немножко счастлив, что сделал такой романтичный ужин.
для одного человека, для вас и для себя. Немножко счастья. В общем, вы смотрели романтичный ужин со мной.